У нас нет в обществе кумиров. У нас нет героев. У нас ты сегодня герой, завтра говно. Послезавтра опять герой. У нас сегодня есть один безусловный герой, к которому общество относится вышак. Это генерал Залужный. Вот вышак. Я не знаю, кто может сегодня сказать, что он плохой. Ну, не Я не представляю. слышала такого ни от кого никогда. Да. У нас есть, допустим, Кирилл Буданов. Ну, вот кто может сказать, что он плохой? Ну, не знаю тоже, не понимаю даже. Все остальные, начиная от президента и заканчивая журналисткой Натальей Влащенко, я беру в виду людей, которые известны. Как очень хорошее, так и жуткое можно о них прочитать и услышать. К этому надо относиться философски.